белом свете. Все бегут, 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 там горит. Ровно 101 год исполняется сегодня цветастому дорожному помощнику. Именно 5 августа 1914 года за океаном появился первый светофор. У него были два фонаря, красный и зеленый, и при переключении он издавал звуковой сигнал. И только через 6 лет появились трехцветные светофоры. Несмотря на обилие интересных памятников, Красноярский монумент светофору у нас пока не установили. Зато он есть в соседнем Новосибирске. Там был установлен первый памятник светофору в России. Вслед за Новосибирском памятник появился и в городе Пермь. Очень необычный памятник светофору установили в Лондоне. Настоящее светофорное дерево. Также оригинально выглядит и светофор в Германии, но это уже не монумент, а действующее дорожное чудо. Цветовая светофорная гамма не всегда вписывалась в узкие рамки – красный, желтый, зеленый. В Японии долгое время вместо зеленого сигнала горел синий. Но научные светила доказали – зеленый цвет воспринимается нами лучше, поэтому синий ушел в небытие. Артем, зеленый, пошли. Ученые подсчитали, в среднем каждый житель мегаполиса тратит около полугода жизни на ожидание зеленого сигнала светофора. Но есть и более печальная статистика. Каждый второй красноярец регулярно нарушает правила дорожного движения, переходя дорогу на запрещающий сигнал светофора. А ведь в нашем городе железных регулировщиков около 380. И порой, когда один из них не работает, это становится проблемой и для пешеходов, и для водителей. Инспектор, вытянута рука вверх, жезл вверх. В данном случае у нас движение всем запрещено и должны дожидаться следующий сигнал светофора. Самое главное, нужно понимать, что если даже не работает сигнал светофора, либо он работает, но стоит инспектор, то мы должны смотреть на инспектора. И слушать все его указания. Если инспектора нет и светофор не работает, то водитель едь по знакам, пешеход жди, пока пропустят. Водители, если видят, что пешеход собирается перейти через дорогу, они обязаны уступить пешеходу дорогу, чтобы он перешел через дорогу, не препятствовать направлению движения. Как вариант, жестом будет дополнительным для пешеходов. Мы рекомендуем как и детям, так и взрослым поднимать руку и дать понять, что мы хотим перейти через дорогу. Обойтись без красного света водители могут в вечернее время и выходной день. Поймать зеленую волну можно, передвигаясь по центральным магистралям города со скоростью 60 км в час. Так что зеленый свет по жизни не мечта, а реальность.